Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня я с вами встретился. И пока вы ехали, немножко, наверное, намучились, хотел сказать, что мне очень приятно сегодня с вами здесь встретиться.여러분, 사실은 제가 찾아뵙고 여러분과 모시고 이제 와야 되는데 여기까지 와주셔서 감사하고요. 두 번째는 여러분들께서는 우리나라의 독립 유공자들의 후손들이십니다. 그래서 우리나라에 오시갖고 여러 가지 불편한 점도 많겠지만은 그래도 저국에 오셨으니까 기쁜 마음으로 오늘 전국 여행이 되시길 바랍니다. 저희들 회사에서도 여러분들을 늘 관심을 갖고 잘 모시도록 그래 하겠습니다. Дорогие друзья, вообще-то я должен был за вами сам поехать, но и приехали его подчиненные люди. Вот. И я так как вас, вы этнические корейцы, дети тех людей, которые когда-то защищали эту землю. Поэтому вот я вот, с большой радостью хотел вам преподнести вот этот подарок и получив это путешествие, желаю вам, чтобы вы отдохнули хорошо, чтобы осталось большое, огромное впечатление. И в будущем я всегда буду стараться вам помочь. Благодарите горячо!